Приветствуем вас на канале Креселбург. Сегодня поговорим о модельке от фирмы LuxMAM. Моделька 277, самое оригинальное название, которое они могли придумать. С 0 до 36 кг. С поворотным механизмом. Есть много аналогов. Можете посмотреть их у нас на канале, на сайте. Farfella, Kenga и так далее. Но есть и отличия. Как и все остальные модели, кресло обладает поворотным механизмом, а также хорошим наклоном. Наклон до 40 градусов, также легким движением руки. Положение для посадки и высадки малыша. Положение против входа, чтобы можно было использовать с рождения. Хотели бы вам продемонстрировать на примере нашего испытуемого. Он всегда с нами и очень хороший. Что даже лежащие положения здесь достаточно удобные. Наклоняется, когда лицом вперед, голова уже вперед не заваливается. Также положение против входа, когда вы разворачиваете автокресло, наклон становится больше. Это будет так всегда. Но хотели бы напомнить, что когда ребенок маленький, больше 30-40 минут не рекомендуют перевозить. Как минимум на полчаса взять на ручки, чтобы изменить положение спины. Наклон регулируется одной кнопочкой. Из отличий с остальными моделями они переделали все внутренние вкладыши. Сделали более анатомическую подушку с фиксацией на... так же, как и везде, в принципе. Но достаточно удобной форме, достаточно мягкая. Можно извлечь вкладыш отдельно, оставить потом подушечку, если она будет мешать. Все это в дальнейшем убирается. Подголовник растет по высоте в 14 положениях. Ремни достаточно длинные, чтобы можно было перевозить ребенка в зимней одежде, но не рекомендуем этого делать, потому что как это запрещено, но кто это придумал, не было у нас зимой. А сейчас все замеры. Длина и глубина посадочного места составляет у нас 35 сантиметров. Ширина именно посадочного места 27 сантиметров. Ширина автокресла в самой широкой части 30, ну, вот так даже если взять, 35 сантиметров ширина. И высота, ну и здесь они идут до 150 сантиметров роста. После того, как после 3 лет уберете эти ремни, подголовник поднимется еще выше. Сейчас его длина составляет 65 сантиметров. В будущем это будет в районе 75. В дальнейшем, когда вы подрастаете, убираете внутренний вкладыш, убираете выравниватель, кресло остается достаточно широким, удобным, подголовник поднимается еще выше. Все очень легко снимается и стирается, просто закидывайте в стиральную машинку на 30 градусов. Внутри имеется мягкую подкладку. Из преимуществ автокресла имеется дополнительную боковую защиту. СИКТ. Не дай бог в случае бокового удара, но 20% она будет гасить боковой удар. А также система крепления ИЗОФИКС, что сейчас очень удобно, популярно и безопасно в наше время. Две точки опоры внизу. И третья точка опоры сверху, это якорь, специальный крючочек, который у вас пристегивается. Ну, мы показываем это на каждом кресле, поэтому здесь будет все понятно. И небольшой момент в этом автокресле. Многие любят перевозить ребенка спереди. На самом деле это не очень хорошо, потому что подушка безопасности стреляет очень сильно, надо отодвинуть сиденье. Но если вы перевозите ребенка, даже это автокресло вы можете зафиксировать на штатный автомобильный ремень. Оно будет хорошо держаться, но при этом не будет работать поворотный механизм. И каждый раз, чтобы вам наклонить автокресло, надо будет отстегивать ремень. Но перевозка возможна. А еще такая небольшая особенность, у этого автокресла нам очень понравился материал. Он обладает очень интересными свойствами, он как будто с эффектом памяти, но при этом достаточно тоненький и мягкий. Это очень нас удивило, материал очень приятный и классный. Пристегнули, при этом у вас легко меняется наклон, кресло очень хорошо поворачивается, все снимается, стирается, надолго хватает. Все цвета в наличии, город Красноярск, магазин «Креселбург».